Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, у нас с тобой алмазная лига. 30-е место у меня, и мы с тобой продолжаем. Так, буду играть я сегодня опять же за картошку. А потом, наверное, мы сыграем с тобой за орешек в доспехах. Ну что, поехали. Поиск соперника. Сейчас на дворе ночь, ребята, будут противники, поверь мне, очень-очень крутые. В основном, наверное, из-за бугра. Потому что, ну вот так вот они. У нас ночь, у них там утро. И мы с тобой будем драться против ржавого разряда. Так, вот эту карту я, наверное, заменю. Ё-моё. А попроще что-нибудь. Ну давай попробуем. Твою ж налево. Не очень, конечно, хорошо. Ну ладно, попробуем выжить. Лаву поставить пока не будем. Пока не будем этого делать. Я смотрю, ржавый разряд тоже не спешит, да, выставлять картишки. Что он задумал? Скажи-ка мне на милость. Есть какие-нибудь догадки? Хм, у меня нету. Началось. Началось. Ладно, сюда я поставлю лаву. Да, скорее всего, мы сделаем с тобой вот так вот. А вот кто здесь будет, я пока не знаю. Теперь знаю. Это у нас, ребята, зомби-доборщик. Он добирает карты. Кого бы мне сюда поставить? В принципе, я могу влепить. Хм. Давай-ка мы с тобой, наверное, сделаем, знаешь что? Вот так. И вот так. Оу, это не есть гуд. Ладно, посмотрим. Так, этого нам тоже нужно уничтожить. Он карту утягивает, понимаешь? Как с этим разобраться? Мы можем, в принципе, крокодильчика поставить сюда. Или же поставить грушу. Как вариант. А лучше, наверное, даже вот так сделать. Так, у него очень много карт. Именно с заклинаниями. Поэтому он сейчас будет делать доборы. Понижает мне атаку до нуля. А еще он делает доборы. Ладно, я потерплю немножечко, потерплю. Я думаю, что он на одном этом профессоре далеко не уедет. Ага, он еще добор карт делает. Смотри, ему все мало. Жалко, что ты не можешь ответить, а? Очень жалко. Ну что, я думаю, наверное, мы поставим с тобой крокодильчика. Ха-ха. Добор опять, да? Так, ну что, я, наверное, сделаю вот так вот. Посмотрим, кто здесь. Ага. Ну, предположим. Так, у него две энергии. Он сейчас что-нибудь да разыграет. 100% тебе говорю. А рикошет. Убирает его, да? Хорошо, предположим, ты убрал его. Опять добор. Этого зомби мы с тобой снесем. Ух, смотри, что он делает. А он не забывает, что у меня здесь груша появится, другая. Это было глупо, хотя, может быть, и не глупо. Может быть, у него что-то там в планах свое созрело. Так, друзья мои. Если мы с тобой выставим его, он, наверное, его уничтожит, да, сразу же? Поэтому мы можем сделать с тобой... Знаешь что? Блин, рисковать, не рисковать, я даже не знаю. Ну давай, я все-таки рискну. Посмотрим, что он на это скажет. Соответственно, этот получит урон от лавы. Вау, вау, вау.
Уничтожает грушу, да? Опять добор будет делать? Конечно же. Что там у него за карты, я не знаю. Но заклинаний очень много. Это я тебе точно говорю. Может быть, даже очень много ракет. Так, давай, 4 в лицо ему. Так, итого у нас 7 хп остается, да? Так, если он его не уничтожит, он в следующий раз получит 8 в лицо. Ты видишь, что он делает? А мы с тобой вот так вот сделаем. Так, поехали. Ох ты, вызвал. Уничтожает. Я ведь туда кукурузу, придурок, поставлю. Ну давай. Химич. Так, минус один. Так, у нас есть с тобой бомбочка, кстати. Хм. Мы бомбочкой его накроем. Вот таким вот образом. И поставлю-ка я, наверное, вот сюда деревце. Ага, зомби неуязвимость. Хо-хо-хо. Так, уже интересно становится. У него заклинание. Большая часть карт в руке — это заклинание, поверь мне. Мне нужно нанести ему 3 единицы урона. Но сначала у него сработает щит. Видишь, что он делает, да? Уничтожает. У меня есть еще кукуруза. Так, делает заморозку. Ну, предположим, да? Что он сейчас сделает? Что он будет делать? Что-то молчит, парнишка. Не хочет ничего делать. Ага. Вот даже как. Вот даже как. Нежданчик, если честно, нежданчик. Ну и предположим. Нет, я не буду ставить пока эту мину. Сейчас ему нужно уничтожить. А он не уничтожает, все ли это ему крышка. Что у него там? Я уже не помню. А, восстанавливаю себе здоровье, вот оно как. Ну еще поживет маленько. Еще маленечко поживет. Так, давай посмотрим, что у него там. Ага. Вот как он решил, да? Ха-ха, прикрывается, уже не знает, что сделать. Ладно. А мы с тобой вот так сделаем. Посмотрим. Ну, он, конечно, может уничтожить. У него 4 энергии. Всякое что-нибудь да найдется. А если не найдется, то все, друзья мои, мы крышка. Мы этого уничтожим. Этого уничтожим, тут появится другой. Ага. Сейчас этого, да, хочет бомбануть? Я понял тебя. Кто там у тебя? О, ключник. Который не успеет ничего сделать. Жаль. Да, я бы с удовольствием бы получил бы карту. Ох ты, а вот это, ребята, все, это крышка. Это, друзья мои, крышка. Потому что я сделаю ее вот так вот. И пока все. Если он нанесет урон,
2 единицы ему в лицо отразится. Ну ты понимаешь, а у нас неуязвимость, поэтому он ничего не сделает. Беспилотник размещает. Хорошо. Беспилотник мы с тобой сейчас уничтожим. Синтезатор. Хм. Иди сюда, куда там побежал. Так, ребят, ну я не знаю, ну давай попробуем так сделать. Грибная поляна. Предположим. Так, уничтожает растение. Все свои карты, короче, растрачивает. Так, вытягивает 2 карты опять, а? Ты посмотри. И еще вытягивает 2 карты. Че там? А, энергию берет себе, ладно. Карта-то, по большому, в принципе, ребят, фуфло у него было. Блин, мне бы орех этот, конечно, зря его сюда поставил. Надо было, ребята, в другое место его влепить. В другое место. Че у меня карты-то какие-то выпадают, я не могу понять. Где мои нормальные карты, объясни. Вот это ты зря сделал. Ага, еще и подлечиться хочет, да? Еще даже вот так вот. Так, друзья мои, ну я не знаю, если честно. Тут дело пахнет керосином. Блин, мне надо было сюда влепить. Что он там делает? Куда, вот сюда что ли хочет выставить? Ага. Еще и прокачку делает зомбарей. Ну ладно, давай посмотрим. Так, на тебе. Все, по-моему, ребята, ему кранты. Так, выпадает мне орех. Давай сюда поставим. Ты понимаешь, да, что будет, если он попадет в орех? Ой, красота-то какая. Грибной защитник еще нам выпал. Ну давай посмотрим, что он теперь сделает. Если он в этот орех бомбанет, друзья мои, получит в лицо 2 урона. Ну, этого минус. Так, давай дальше смотреть. Ой, какой красивый цветочек мне выпал. Все, не знает, как сделать, да? Ну, что я могу сделать, ребят? Да ничего я пока не буду делать. Или будем все-таки? Ставить нам сюда или нет? Давай не будем пока ставить с тобой. Посмотрим. Нам нужно нанести ему 4 единицы урона. Минус зомби. Раз. Этот орешек, ребята, сейчас добьет его. Смотри. Тыдыч. И все. А вот тебе и чудило. Как говорится, мы его с тобой победили. Ржавый разряд пал от нашего орешка. Ну что же, а мы с тобой продолжаем. Давай, наверное, еще одну партийку сыграем, да? За нашего бабаха. Нанести 300 единиц урона героями. Окей. Так, посмотрим, кто на этот раз навыпадет. Ух ты, Нептус собственной персоной. Давно не видел. Так, с ней нужно быть поаккуратнее, ребята. Поаккуратнее. В принципе, неплохая рука. Ранней игры у нас с тобой не получится, к сожалению. Но я надеюсь, что и Нептус, да, она тоже пока пасует. Каждый заинтересован в своих, как говорится, действиях. Хм, я пока тоже ничего не буду стрелять.
Ну что, будем, наверное, ягоду вылеплять или как? Да неужели? Ага. Все-таки поставила, да? Ставим тогда ягоду сюда. Блин, ну кто же знал, ребят? Кто же мог знать? Ну хорошо. Ага, вызывает этого хлыща. Вызывает ниндзю. Ну, с ниндзю мы с тобой разберемся на изи. Да и, в принципе, с этими тоже разберемся довольно легко. Так, посмотрим. А, он делает вирус. Оказывается, у него вирус был, да? Это, конечно, плохо немножко. Но как-то все, он сейчас все равно завалит этого ниндзю. Отлично. Так, что у нас тут? Ага, прекрасно. Валим. Так, ну что он там будет выставлять? Чудика в шкафу. Чудика в шкафу. Давай тогда сделаем с тобой вот так вот. Так, кровожадность. Хорошо, предположим. Все с доборами у него, да, связано? Но карту он не возьмет, потому что он не наносит урон именно герою. Вот как бы мне его бомбануть, еще один, да, чудик появился. Как бы мне вот того-то хлопнуть, а? Вот незадача. Ладно, поставим сюда орех. Пока больше ничего не будем делать. Неужели у тебя валун есть, а? Точно, ребята, у него есть валун, ты прикинь. Сейчас он две карты возьмет себе. Блин, а? Эх, как быть? Есть одна такая идея, ребята. Банан — это хорошо, кстати. Хо-хо, ниндзю сюда послал. Я, кажется, понял, что у него там. Я, кажется, ребятушки, понял, что у него там лежит. Чего он там? А, мозг. Ну, я так и думал, что у него вирус. Ну, давай, предположим, у тебя вирус, парень. Рикошет еще делает. Угу. Рикошет сделал. Так, ну я надеюсь, у тебя больше нету вирусов там. Так, у нас есть защитник. Кровожадность. Оу, даже кто вышел, да? Так, ну что, я думаю, наверное, мы с тобой сделаем вот так для начала. Да и все пока. Защитник есть, нам этого хватит. Да ты запарил, а? Посмотри, что он делает. Так, ладно, ниндзя сдохнет сейчас. Пробить не пробьет, да? Поэтому защитник наш еще останется целым. Главное, чтобы он его не сделал ниндзей. Ой, рыцарем. Отлично. Все прекрасно. Так, ну что, смотрим, что он там будет. Сундук вызвал. Легендарную карту хочет получить, да, я так понимаю? Ага. Вот так вот даже. Даже вот так, ладно. Давай мы тогда с тобой займемся вот таким вот образом. Поставим вот так. Ну и, наверное, шаманство. Я надеюсь, у тебя валуна нету, блин. Поехали. Блин, а мне что, ребята, а мне крышка, походу, здесь, да? 4, 4, 8, да?
Это мне не поможет. Этого-то не убьем. Единственное, если только защита сработает. Вот. Тогда все нормально. Еще поживем чуть-чуть. Так, в расход чудика. Ага, еще один рыцарь. Ну, предположим. Так, смотрим, что он будет делать. Угу. Призвал, да? Ну, если, например, сделаю вот так вот. И вот так. А, все, ребят, тут кранты. 5 в лицо получим, как ни крути. Да. Вот от этого рыцаря. Объясни мне, зачем мне столько вот этих вот лужаек лавовых? Для чего они мне нужны, а? Так что он там за надгробие прячется? Так, это что там? Блин, да сколько у него вируса-то набрал, а? Ну все, ребят, тут в любом случае крышка. О, еще и рикошет делает. Можно было бы и не прятать тогда, получается, этого в надгробие. Самое удивительное, почему у меня нету, не было даже могилоеда ни одного. Так, ладно, мы проиграли, друзья мои. Дайте-ка я кое-что посмотрю в свою колоду. Что-то мне не нравится здесь. Зачем мне столько, объясни-ка, много этих лужаек лавовых? Под ягоду, что ли, я делал их? Скорее всего, да, под ягоду. Так, 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 может быть... Я даже не знаю, кого нам тут с тобой лучше призвать. Валун, конечно, его на меня очень сильно взбесил. Который уничтожал там всех налево и направо. Валунчик, да. Слушай, я не знаю, у нас с тобой... Может быть, нам вот взять... Вот так. Так, орешков сколько у нас? Один. Давай два возьмем. На воде-то есть у нас хоть одно растение? Есть. Все, поехали. Два могилоеда, это, конечно, мало, но... Ну, что поделаешь? Вариантов у нас не особо с тобой много, так что... Ждем противника. Смотрим, кто у нас. И это... Как ее звать-то? Ну, короче, вампирчик. Сразу дают мне всякую имбу. Ну, нафига, ладно, хорошо, поехали. Грибок есть, который взрывается, да? Он, кстати, очень хорош против гаргантюашек разных. Когда в поле все заставлено, я помню, играл за кадром. Врубил и все, всех в минус. Так, нам выпадает с тобой орех. Бессмертие, вот как ее звать, ё-моё. Смотри-ка, что делает, а? На шаг впереди становится сразу же, да? У нее есть летучие мыши, я не знаю, стоит ли мне выставлять... Ага, вот он как. Вот он как решил сделать. Ну, давай посмотрим. Просто проверочка такая будет. Ага, я так и думал. Что какая-нибудь пакость у него все-таки есть в кармане. Мы заменим эту пакость, да, с тобой? Оу. Ну ничего себе. Как тут все круто поменялось-то. Поехали. Так, минусуем.
И по карте мы с тобой берем. Так, ну что? Фонарик, спасибо большое. Фонарик, это хорошо. Я его даже вот сюда вот поставлю. Таким вот образом. Что там? Ха-ха, уничтожает. Ну ладно, предположим. Заменила, а ты посмотри. Так, с этим Йети, ребята, разговор будет коротким. Йети мы с тобой взорвем. Так, этого дурочка тоже надо будет взорвать. О-о-о, навлепил-то сколько всего. Так, поехали, вот так вот сделаем. Твою же налево, а. Пять в лицо, как неохота получать. Как же неохота получать 5 в лицо. Поехали. Да, немножко придется, ребята, нам звезделей получить. 7 хп, да, у нас останется 8. Доживем до понедельника, называется. Так, что у тебя там? Еще один, да, Ханорик? Ладно. Энергию, энергию хапает, конечно же. 4 или выше. Давай я сделаю вот так вот. И вот так. Что он там? Ага, бесенка зомби Гаргантюа вызывает. Ну, предположим. Так, смотрим, что он опять этого зомби 100% призовет. Ну, тут у нас будет с тобой уже... А, нет. Тогда немножко по-другому. Тогда мы с тобой немножко по-другому сыграем. Кто там у него был? Ага, понятно. Давай вот так вот, наверное, сделаем. И вот так. Да куда ж ты, скотина, ерзаешь-то, а? ХП всего лишь, блин, у нас остается 2 хп. Но сработает защита. Окей. Все на этом. Ну давай сделаем тогда так. Что он там будет дальше делать, я не знаю. У него может быть... Ага, шаманство 2 способностей. Ну, что еще? Так, телепорт. Летучие мыши. А я тебе говорил, что они у него есть. Так, ну давай, например, сюда же переместим. Что он там делает? Что-то вызывает, вызывает. Карт дохренища в руках у него. Гриб нет, почему-то здесь не пригодился, к сожалению. Карт у меня нету, я больше никого не смогу выставить, кроме, наверное, вот. Создает копию. А кого мне создавать? Некого. Сидит там, думает. Было бы, конечно, неплохо, если бы он вызвал какого-нибудь Гаргантюа, да, в могиле.
Я бы его смог уничтожить. Да ну, что, неужели завис? Да, ребят, такое бывает. Я сам лично несколько раз вот так вот попадал. Просто игра вырубалась, и все, и я проигрывал. Да. Грубо говоря, это халявная была победа. Я этому, конечно же, рад. Потому что ты сам видел, что на волоске от смерти я был. Так, и мы с тобой... А мы с тобой почему-то звезду не получили, интересно. Так, давай мы теперь сыграем с тобой за орех. Да, ребята, за орех. Я посмотрю сейчас по картам, что у нас тут. По картам, в принципе, все неплохо. Давай попробуем, ребят. Опять же, сделал там солянку. Напихал себе абы что, без всяких там комбинаций. Ну, единственное, что комбинация на отхил, но ее очень тяжело сделать. Ох, ё-моё, кого мне дали? То есть против меня кого дали, ты видел? Ну, конечно же, ты видел. Давай попробуем. Так, ход зомби. Такой шитик. Блин, я его, ребят, хотел получить, но видишь, он, не знаю, из какого пака вообще выпадает. Это редкий, эксклюзивный персонаж, и его нельзя купить. Его можно только откуда-то вытащить. Так, ну что вы там все... Ага. Так, кто это? Это что такое, ребята? Так, на ландшафте получает плюс один, плюс один. Парень, ты нам тут не нужен. Он, наверное, расстроился. Так, уничтожим, короче, мы его в хламину. Дальше мы, наверное, с тобой поставим орех. Дальше мы поставим с тобой орех, скорее всего. Или же лужайку. Посмотрим сейчас. Я все-таки поставлю орех. Хочу вытянуть карту. Отлично. Неплохая карта. Как говорится, ромашка. Ромашки в поле. А вот дальше... вот дальше я не знаю, ребят. Что-то он не спешит никого выставлять. Ага, все-таки на воду поставил, да? Блин, ребят, это плохо, что он на воду поставил. У меня, по-моему, нету водных растений. А он, по-моему, еще и прокачивается. Да, он еще и прокачивается, вспомнил я. Кактус. Слушай, у нас 4, да? Если я сейчас... Опа. Ну давай я рискну. Ребят, я рискну, посмотрим. Будет он его как-то прокачивать или нет? Блин, я не люблю, когда вот человек так слишком долго-долго-долго думает, а? Нет, думать это, конечно, хорошо. Ну, что он там делает? Но этот ландшафт мы с тобой однозначно поменяем. Согласись. Это сейчас получит 3-3, гаденыш. Я даже не знаю, как его достать, понимаешь, оттуда. Опачки, ты понял, что он сделал? Хоп, еще энергию себе. Две штучки прихватил. Так, меняем с тобой ландшафт. И ставим сюда ягоду. Чего опять? Ага, у него, ребят, кстати, с картами была вообще проблема. Вот он три карты себе взял, а, гаденыш? У меня, блин, три карты лежит на столе. Я даже ничего не могу сделать. Не хильнуться, нифига. Я офигею. Может быть, нам пора с тобой ромашку поставить? Как вот этого гаденыша мне достать, а? Неужели у меня нету ни бомбы, нифига? Орех, ты меня что-то как-то немножко удивляешь. Тебе же что-то было. Удар там какой-то был, по-моему.
Знаешь, что у тебя защита есть. Так, пора нам, наверное, с тобой хиляться. Так, начало хода плюс 1 единица здоровья герою за каждый цветок. За каждый цветок. А у нас с тобой цветок только один. Че это он там задумался? Эй, ребята. Я тут, блин, стратегию выдумываю, а он, видите ли, улепетывает от меня. Да ну, быть не может. Трындец, ребята. Просто трындец какой-то. Что за фигня, что за непруха такая? Объясни-ка мне на милость. Да. Второй персонаж от меня вот так вот уходит. Нет, ну мы с тобой, естественно, будем продолжать. Что это за дела? Уже второй раз везет, грубо говоря, мне. Потому что они просто вылетают. Или вылетают, или сдаются, я не знаю. Так, Нептуна против нас. Ну, Нептуна так Нептуна. Ну, уже что-то, ребята, уже что-то. Так, единственное, что все четвертого. Вот. Блин, а я разве кукурузу не менял? Эй, подожди. Твою ж налево, я же кукурузу менял. Это не та колода, по ходу дела. У меня не должно быть никакой, блин, кукурузы. Ох, ё-моё. Кабачок 12 стульев нам выпал. Ладно, давай смотреть. Мне знаешь, что надо было сделать? Орешек вот поставить сюда, знаешь почему? Потому что сзади него я смогу поставить кукурузу. Тем самым немножечко прикрыться. Хм. Нептусь. Он назвался Нептуна. А, нет, почему там? Он называется Габик 101. А почему было написано Нептуна? Эй, да вы серьезно, что ли? Я, друзья мои, не знаю, что происходит. А, во, очнулся. Так. Блин, да чтоб тебя. Хотя, подожди. Вот что мы с тобой сделаем. Ать. Все, парень, отдыхай. Отдыхай, родной. А теперь мы можем его уничтожить. Вот этим молоточком. Нет, уничтожим вот этого тогда. Дурила. Тихо, давай. Он рассчитывал на добор карт, да? Будет ему добор карт. Ах ты фрукт. Ладно, одну карту позволю тебе вытянуть, гаденыш. Но не более. О, тем более у меня, видишь, кто. Подожди-ка, я никого поставить не могу. Ух, ребята, вот это я попал. Я только на следующий ход смогу выставить, да и тут только ромашку. Специально, да, делает? Специально гаденыш делает такую фигню. Так, ну что, будем, наверное. Так, что делает она, вот эта вот штука? Приемы зомби стоят на один дешевле. Ну давай посмотрим, что у нее там за приемы. Ай! Твою же налево, я совсем забыл. Ну куда он кинет свою фигню? Наверное, сюда. Ага, вот сюда почему-то. Плюс заморозка. Бедный мой орех, а. И этот сейчас цветочек. Ну, его не уничтожат, конечно. Ну, звездюлей получит. Так, что у нас тут выпадает? Пузырь. Давай я его сюда, наверное, поставлю. Окей. Вот этого надо уничтожать. Опа, всех прячет, да? Все
всех спрятал, короче. Ну, а мы тогда с тобой сделаем следующее. Вот так вот. Ну и кто там у тебя? Окей. Понятно. Все понял. Ясненько. Так, этот сейчас еще свою фигню бросит, по-моему, да? При появлении же он бросает. Да. Так, уничтожает одного. Ладно, фиг с ним. Поехали. Так, этого минус. Твою налево, у него там что? Осьминог, он сейчас сюда поставит его. Странно. Не стал ничего делать. Так, ну что, у нас тут 4 или больше? Значит, этого можем убрать отсюда. Тогда нет, вот этого. Этого убираем. Этого уничтожим. Блин, ребят, нифига пока не получается. Рикошет случайного. Давай вот этот орех убери. На. Да, тут, конечно, у нас с тобой хпшек становится маловато. Давай хильнемся. Орех. У меня есть одна идея, ребята. Орех мы ставим сюда с тобой. Упс, что нам выпало прекрасное, да? Вот так сделаем. Да ё-моё! Сюда поставить. Ну, давай так вот сделаем. Посмотрим. Безумие, окей. Так, получи, гаденыш. Так, еще. Ребята, боремся с вами до последнего. Я не знаю, кто тут у него вылез. Так, этого мы бомбанем, понятное дело, да? Хильнемся для начала. Вот оно как, да? Кого убрать-то, я даже не знаю. Если сюда поставлю кактус, фигня, да, получается? Давай, короче, я сделаю так. И вот так. Посмотрим, кто у него тут. Фигня полная, окей. Вирус. Так, смотрим, ребята, что получается у нас. 3 в лицо, только 3. А, 6 в лицо получаем, да? Пока это придержим с тобой. Ну что же, минус еще один. Кто у них тут самый мощный? Вот этот, да? Так, ну это понятно, это разберем. Короче, делаем с тобой следующим образом. 7 хп всего лишь. Во-первых, сделаем защиту себе. Окей.
Так, ставим сюда. Так, нам нужно вот этого убрать. Короче, сделаем так. Ну и вот так, я думаю. Что он там делает? Надгробие ставит даже. О, все, ребят, это крышка. Мы проиграли здесь. Потому что 4 тут и 4 тут. Все. А, у меня же защита стоит. Ё-моё, я совсем забыл. Господи, я про защиту забыл. Каким же чудом я, ребята, вспомнил-то про нее, а? Фух. Слушай, ну тогда еще не все потеряно. 4 или больше, да? 4 или больше. Это сразу минус 2. Окей. Так, и что же мы с тобой сделаем? Да вот так вот, пожалуй-ка. Ну что, ребят, посмотрим. Так, минус. Он, правда, одного ханурика выкинет куда-нибудь. Вон куда выкинул, да? Вот это вот плохо, что он на воде, блин. Упс. Ладно, я сделаю так. Я сделаю вот так. Ну и вот так. Давай посмотрим. У него еще одна карта, не забывай об этом. Вирус. 5. Неужели нам крышка, а, ребята? Сейчас у него еще есть этот вирус есть. Так, что там? Осьминога. Куда ты его поставишь-то? Ну, орешек. А нас это не спасет, ребята. Блин, трындец. Кто же знал, что у него вирус этот выпадет, а? Ты прикинь, сколько они набирают карт с вирусом. Так, ну что, давай, наверное, опять сыграем за картошку. Блин, самое удивительное, что в этой колоде у нас с тобой не сработалась хилка вместе... Там есть растение, когда хилишься, оно атакует, да? И вот у меня почему-то не совпадало. Чтобы мы с тобой и хилялись, и сразу же наносили атаку. Вот. Хотя в плане, ну, хила у нас было достаточно норма. Считай, сколько там против меня стояло всего, да? И я довольно неплохо отстаивался. Опять ты, а? Опять, ребята, у нас ржавый разряд. Что они так любят за него играть? Не знаю. Потата Плантер. 35-й ранг, кстати, если хочешь знать. Ну ладно, давай смотреть. Так, могила Ед. Ну что ты там задергался? Давай, быстрее что-нибудь делай. Нет, начинает выпендриваться. Я вот фигею с него. Что ты там думаешь, 30 лет? Ничего, да? Опять ничего не поставил. Я понимаю, что он хочет, чтобы я первый что-то выставил. Блин, не хочет ничего делать, а? Ты посмотри на него. Давай тогда поставлю. Во, созрел. Созрел, чувачок. Давай-ка мы так вот сделаем. Хочу проверить, есть ли у него там что-нибудь такое. Или нету. Потратил. Слушай, ну это хорошо, что он сейчас потратил.
Я его в любом случае миной могу прижучить. Миной и... Посмотрим сейчас, если кого-то он поставит. Шипастая лужайка пойдет в путь. Слушай, а у него случайно не спортивная колода, а? Может быть. Ну что ты дергаешься, давай. Блин, да нет, о. Так, а вот это вот уже, ребята, плохо. Короче, мы делаем с тобой вот так вот. Ну и, конечно же, вот так вот. Поехали. Захотел, да, чего? Я понял, что он хотел сделать. Но не тут-то было. Так, смотрим дальше, что он выставляет. Какого зомби и куда он его поставит? Мы с тобой можем сделать, в принципе, светильник вместе с шипастой лужайкой. Нет. Ну это же жопа, ребята. Как ты понимаешь, все карты, которые у него есть в руке и вообще в колоде, получает плюс один, плюс один. Нас совсем. Вот так вот. То есть там, кто у него были, даже самые слабые персонажи, они становятся уже серьезными противниками. Так. Ну это жестко, конечно. Это ж жестко, друзья мои. Семь в лицо. Что, еще по два раза, что ли, он бросает? Я не понял. Ага. Неплохая карта выпала. Я не знаю, друзья мои. Я рискну, конечно. Но мне что-то подсказывает, что он сейчас его просто уничтожит. Какой-нибудь бомбочкой. Ага, он понижает атаку. И опять вирус. Да ты посмотри, у них у всех, у гадов, вирус этот сидит, а? Чё там? Пипец. Ну все, ребят, тут крышка. Я офигею, блин. Взяли моду с вирусом бегать, а? Чё-то не заходит, ребята. Игра, опять мы в минус с вами идем. В жесткий. Дай-ка я кое-что гляну. Да я не знаю, ребята, в принципе, все нормально. Вот это вот только если убрать. И вот это вот. Ну, а в остальном, как бы, все отлично. Может быть, мы с тобой взяли тут. Да, полянка это есть. Почему-то она не выпадает нам. Давай возьмем, наверное, этот орех. Хотя нафиг он нам нужен. Мне знаешь, чего не хватает здесь? Какой-нибудь бомбочки. Ну, не этой, конечно, но другой, которая бы уничтожала сразу противника. Ну, типа вот ананасовый. Сколько она, кстати, стоит? Давай посмотрим. 1000, блин, чтобы создать ее. Вот это было бы прикольно. Если бы их было бы штуки 2-3, я бы их, конечно, взял бы. А так... А так и брать некого. Больше, к сожалению. Ладно, поехали. Фиг ли тут. Обдумывать, не обдумывай. Уже сколько раз проверял. Возьмешь одно. Кстати, можно будет сейчас сыграть еще за кого-нибудь. Не знаю там. За зубостезилу я ни разу, ребята, не выигрывал, если честно. Как-то она мне не особо заходит. Так, ну давай вот это вот уберем с тобой, наверное. И все. Одну карту только убрали. Так, бесячество у нас с вами.
Бесечество бесит. Так, виноград. Вот это хорошо, ребят, когда виноград выпадает. Особенно, когда у противника мало здоровья, да? Этот виноград очень сильно выручает. За кадром играл, когда были легендарные победы с помощью этого винограда. Смотри, мне ничего не дают. Карт вообще не дают. Я сейчас, конечно, могу немножко пугануть полянкой вот этой грибной. Может, так и сделать? Давай на шугаря его возьмем. Ага. Ага, вот у него что. Так, ну этого парня пока мы, наверное, трогать не будем. Или будем? Нет, будем. Мы его будем трогать. Отлично. Слушай, неплохо. Зомби получает... Ага, 3 плюс 1. Так, мы с ним разберемся с помощью банана, ведь так? Ведь так. Я надеюсь, никакой прокачки не последует. Что-то ничего не последовало. Тогда убиваем его. Слушай, а что это делать? При разыгрывании растений с способностью команды все растения получают плюс один. Не знаю, что это. О, как крутенько. А если вот так еще сделаем? Со способностью команда. Ох ты, меняет. А я тоже, ребята, заменяю. Я же сейчас заменю. Так, что он там вытянул? Я не знаю, ребят. Наверное, двух бесят, скорее всего. Меняем, конечно же, ландшафт. То, что он там свою эту фигню высунул, это мне по барабану абсолютно. Так, и ставим с тобой сюда орех. Что там у тебя? Рикошет. Он сейчас будет его рикошетить. Мы его обратно выставим потом, еще усилим эти грибы и так далее. Прячет за надгробие, да? Ради бога, прячь. Куда хочешь. Погнали, так. Че, у тебя 3 хп осталось, бесячество. Че, на что ты там рассчитываешь, я не знаю, если честно. Я могу поставить виноград, и все, ему крышка будет. Понятно, он сдался, ребят. Но здесь повезло, на самом деле, вот с этой картой. Она как раз под стать выпала, да, и начала прокачивать наши грибочки. А сколько стоит, интересно, эта карта? Давай мы с тобой посмотрим. Мне очень интересно. Так. Где она? На самом деле, вот эта вот карта вообще офигенная, ребят. Мне понравилась. Ну, вот эту карту многие знают, да? Бомбит не по-детски. Так. Ну, я уже молчу про леги. Слушай, а здесь нету этого танцора? А вот это сколько стоит? Блин, 1000, офигеть. Нету танцора здесь. То есть эта карта нам выпала по ходу дела вообще откуда-то. Из другого региона. От другого зомби. Ну, мне понравилось. Он прокачивает и себя, да, и грибы. Так, ну что, опять бесячество. Да что ж ты будешь делать-то? Так, ну давай вот это уберем, вот это уберем. Ой, ой. Самое прикольное, когда, ребята, у тебя выпадает мимик вот этот, да? И виноград. Ты ставишь два винограда. И у него здоровье, например, там всего лишь 10 хп. Просто разносит в хламину. Потому что этот виноград, как бы ты его уничтожал, он все равно выстрелит. Он все равно выстрелит и нанесет 6 единиц. Ой, вот это плохо. А вот это, ребята, блин, плохо. Мне даже прикрыться нечего, понимаешь? Бесявая вот эта на самом деле карта. Как по мне, очень бесявая.
Ну что, с тобой будем выставлять мимика тогда? Или лучше вот этого, я не знаю. Сейчас посмотрим, кого он поставит. Если надгробие, тогда конечно, надгробие. Ох. Даже так. Даже так он делает. Ха. Ну, я вот так вот сделаю. А вот дальше что нам с тобой? В принципе, у нас есть груша. Мы можем ее поставить. Что? Что там? Начало хода, превращение зомби... Ага, нет, ребята, вот эту фигню я не знаю, как-то надо... В любого в другого, да, превращается, по-моему? Я так понял? Давай вот так вот сделаю. К примеру. Что он там делает? А, размещает двух... Блин. Слушай, по-моему, пора вот эту бочку взрывать, тебе не кажется, а? Ага, даже вот так вот он делает. Наносит две низа урона. Тратится на карты-то, парнишка, тратится. Ну что, будем бумкать-то? Или еще потерпим? Ну что, давай я вот этого сюда поставлю. Он хочет карту вытянуть, ребята. Давай его уберем отсюда. Чтобы он не вытягивал здесь больше ничего. Блять, заморозку свою делает долбаную, а. Предположим. Дайте мне, блин, ландшафт, а? Ландшафт где, блин? О-хо-хо-хо, зря ты, мне кажется, поставил этого парня сюда. Ну тут, ребята, вы понимаете, да? Что мы сейчас сделаем с тобой? Вот такую штуку. Бумс. Лучше не придумаешь, согласись. Поехали. Так, у нас с собой защита-то сработает, может не волноваться. А вот ему будет больно. Ну давай. Наконец-то, блин, наконец-то ландшафт выпал. Заменим кидрени-феню, вот эту фигню. Что там? Петушар огненный. Два в лицо сейчас, да? Ага, я понял тебя. Так, давай бомбанем. Давай сюда поставим с тобой. Петушару можно вальнуть, в принципе. Вот так вот. Кто там у тебя? Пси, танцоры. Все, ему крышка, ребята. Танцоры диска погибли. Ну вот, друзья мои, я думаю, что на сегодня этого будет более чем достаточно. Неплохо мы с тобой поиграли. Как говорится, 50-50, да? 50 на 50. Я проигрывал, но потом вроде бы как отыгрался. А на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!